все времена целиком, в принципе, да. Вот вы сейчас можете наблюдать одну из таблиц, которая у нас была. Это моя личная таблица, да, то есть я ее составил сам, да, я ее ниоткуда не украл, она исключительно моя. Вот, я, к сожалению, не могу показать мышкой на ней ничего, потому что это изображение. Вот, но, в принципе, да, она выложена в закрытой группе, естественно, да, посвященной этому стриму. Вот, ну, те, кто в нее вступил, те знают о ней, владеют ей и восхищаются ей. Вот, значит, смотрите, в чем суть таблицы, да? Значит, объясняю, у нас идет разбивка структуры времен полностью, да? То есть слева у нас указано, ну, здесь сейчас не совсем видно, я, конечно, могу отъехать сейчас быстренько. Здесь у нас, ну, она очень большая, просто она не помещается в экран. Значит, здесь у нас указано название времен, да, Simple, Perfect, Perfect Continuous и Continuous, да. Соответственно, ниже у нас указано краткое описание, для чего у нас используются времена, да. Simple используется для любого типа действий без указания момента времени, да. Ну, такие коротенькие утверждения, да, они, естественно, не охватывают весь спектр использования, да. Значит, дальше, если мы возвращаемся наверх, то у нас указаны вспомогательные глаголы, да, для simple это to do, для perfect это to have, для perfect continuous это have plus been, ну и так далее, да. Дальше идет у нас порядок постройки предложения, да, то есть как бы вспомогательные глаголы какую форму принимают в зависимости от самого времени, да, настоящее, present, past, future, да. Значит, ну, если это simple, да, самая верхняя строка, да, то в прошедшем времени это did, в будущем, соответственно, will, да, ну и так далее, там дальше все времена раз. Значит, и, соответственно, последний столбик — это формы глаголов, которые у нас принимаются в этом времени, да, и в самом нижнем правом углу у нас правила построения предложений. Вот, это мы все подробно разбирали в прошлом раз, на этот раз мы отдельно разбираем времена simple. Значит, мы начнем с рассмотрения того, как строится предложение, да. Значит, ну, на что нужно обратить внимание в первую очередь, да, значит, в настоящем времени у нас, ну, опять-таки, указаны все вспомогательные глаголы, здесь do, does, did, will, shall, ну, shall — устаревшая форма, думаю, в курсе, да. Значит, дальше окончание глаголов, да, и формула образования, да, v плюс s, если нужно, да, здесь вторая форма, will, shall, да. Значит, порядок слов у нас везде одинаковый, да, но первое, что нужно запомнить, это то, что времена и present simple, и past simple – это исключение, да, то есть, как бы, это, да, если вы взяли тетрадку, как я и советовал, да, туда нужно записать сейчас следующую вещь, да? Времена present simple и past simple — это исключения. Значит, в чем заключается их исключительность? Их исключительность заключается в том, что это два единственных времени, у которых в утвердительной форме не используется вспомогательный глагол, да? То есть, если мы посмотрим на все остальные времена, на утвердительные предложения, вот они плюсиками обозначены везде, они всегда первые идут. Вот, допустим, вот у нас continuous, а вспомогательный глагол to be, да, соответственно, I am walking, есть вспомогательный глагол, да, прошедшее время, I was walking, есть вспомогательный глагол, ну, допустим, perfect continuous какой-нибудь, I had been walking, вспомогательный глагол had been, здесь у нас есть had been, здесь у нас have been, и здесь есть have been, да, то есть это нужно понимать. Вот, если мы посмотрим на времена present simple и past simple, то у нас мы что видим? Мы видим I work, да, и I worked. Да, и, соответственно, как бы, ну, здесь нету вспомогательного глагола, да. Притом в том же future simple, да, который буквально, ну, это та же категория времени, да, I will walk. Внезапно у нас вспомогательный глагол появляется, да. В принципе, вот если посмотреть на форму глаголов, да, то там все очень прекрасно и замечательно, да. То есть, как бы, вот, вторая строка — это время perfect, да, и вне зависимости от времени, вне зависимости от типа предложения, везде используется третья форма глагола. Да? А нижние две строки — это perfect continuous и continuous, там везде используется инговая форма глагола, да? Во времени future simple верхний правый угол — это тоже первая форма глаголов, да? И вот только вот во времени present simple и past simple у нас форма глагола отличаются от, ну,
в зависимости от того, какой тип предложения ставится, да, то есть, как бы, опять-таки, если посмотреть, то отрицательные и вопросительные предложения, которые обозначены, соответственно, минусом и вопросительным знаком, там стоит первая форма глагола, да. Единственное отличие у нас заключается в том, что у нас в утвердительных предложениях в past simple используется вторая форма, да, и в утвердительных предложениях в present simple, опять-таки, используются разные формы, да, то есть первая форма для I и множественного числа, и S формы для he, she, it. Вот, ну, то есть, как бы, обычно, я говорю, всегда ссылаюсь на то, как у нас обычно преподают языки, и спойлер, их преподают неправильно, да, обычно у нас все начинается с изучения present simple, и, соответственно, там уже возникают дикие проблемы, а почему там S добавляется, почему, ну, я имею в виду, почему в предложениях, где используется третье лицо, единственное число, используется S на конце глаголов, да, как это запомнить, ой, это так сложно, ну и так далее, да. Вот, соответственно, поэтому нужно записать, что это исключение, и это самые неправильные времена, которые у нас есть. Значит, порядок слов, еще раз напоминаю, да, у нас везде одинаковый порядок слов. Вне зависимости от того, какое время вы используете, у нас порядок слов везде одинаковый, да. То есть в отрицательных предложениях у нас вначале идет подлежащее, потом вспомогательный глагол, потом частица not, потом глагол, да. Притом нужно обратить внимание на то, что идет обязательно первый вспомогательный глагол, потому что в тех случаях, когда у нас там их несколько, два или три, ну, допустим, если взять Future Perfect Continuous, то у нас вспомогательные глаголы, три вспомогательных глагола, да, will, have, been, да, значит, частица not ставится после первого вспомогательного глагола, да, здесь сокращением написано, но это не важно, won't — это сокращение от will not, да, will not have been walking, да. Вот, то есть у нас вначале идет первый вспомогательный глагол, потом ставится к нему частица not, и потом ставятся остальные вспомогательные глаголы, ну, к ним not не ставится, да, not ставится один раз после первого вспомогательного глагола. Соответственно, вопрос задается точно так же, да, то есть у нас, опять-таки, да, три вспомогательных глагола, will, have, been, да, и вначале у нас ставится will, потом подлежащий, потом have, been, оставшиеся два вспомогательных глагола, потом глагол в соответствующей форме, да. Значит, ну, соответственно, да, это скорее больше к порядку слов предложения относится, чем к времени simple, но тем не менее. Значит, do I work и does he write, да, значит, окончание S у нас добавляется к третьему лицу единственному числу, да, это то, к чему мы обращаемся, как he, she или it. Значит, образование S-формы я кидал в паблике, да, можете потом поискать, если не сможете найти, я скину опять-таки в закрытую группу. Значит, дальше, past simple, то же самое, да, вспомогательный глагол did, утверждение не ставится, потому что это время исключения, значит, частица not ставится после did, используется первая форма глагола, да, вторая форма, обратите внимание, вторая форма в английском языке используется только в одном случае, да, то есть вторая форма используется только в утвердительных предложениях, только в past simple. Ну, точнее, наоборот, только в past simple, только в утвердительных предложениях. Нигде больше она не используется, да, во всех остальных случаях. Ну, то есть, как бы, если вы видите где-то окончание ed, допустим, у правильного глагола, вот, и, ну, вы четко понимаете, что это не past simple, можете быть уверены, что это третья форма, а не вторая, потому что вторая форма, опять-таки, повторяю, используется только в past simple, в утвердительной форме, только из-за того, что это неправильное, ну, исключение из времен. И, ну, то есть, если бы это было нормальное время, там форма глагола тоже была бы первая, и в утвердительном предложении стояла did. И все. То есть, как бы, второй формы вообще бы не существовало. Вот. Значит, ну, соответственно, в отрицательных, в вопросительных предложениях используется первая форма глагола, в утвердительных вторая. Вот. Ну, и, соответственно, время future, оно самое простое, поскольку как бы здесь ничего не меняется, да, то есть оно единственное нормальное из всей группы simple. Значит, соответственно, у нас есть вспомогательный глагол, он ставится во всех трех типах предложения, работает, как и все порядочные вспомогательные глаголы, форма глагола у нас везде первая. Первая форма глагола. Да, значит, опять-таки, полезно заметить, да, что даже у группы he, she, it форма глагола все равно первая. Вот. Соответственно, ну, по образованию все должно быть понятно. Я так понимаю, да?
Так, а, значит, все, значит, тему с образованием закрыли. Переходим к теме. Или... А, записываю. Александр.